уважаемые зрители, просим вас встать. Звучит государственный гимн Российской Федерации. Государственный гимн Республики Беларусь. Здравствуйте, дорогие болельщики и любители футбола. Я Владислав Франкевич. Приветствую вас на товарищеском матче между сборными Беларуси U17 и сборной России U17. И сразу давайте приступим к стартовым составам команд. Начнем с гостей. В воротах номер 1 – Расулов Курбан. 2 – Ананьев Егор. 3 – Станиславлевич Алекса. 4 – Шубин Кирилл. 5 – Жуков Максим. 6 – Майоров Максим. 7 – Ведерников Егор. 8. Капитан команды Хорень Арсений. 9. Сысоев Егор. 10. Корнеев Артем. 11. Акимов Егор. Главный тренер Первушин Денис. Следующие составы представлены у сборной России. Давайте приступим к составам нашей сборной Беларусь U17. В воротах 12 номер Довнар Никита. 3. Федорович Федор. 6. Баранок Захар. 7. Капитан команды Мялковский Руслан. 8. Симоненко Тимофей. 9. Девятень Артем. 14. Торналицкий Константин. 20. Рогов Александр. 21. Соколовский Матвей. 23. Мельниченко Трофим. 24. Чернявский Василий. Главный тренер Юревич Александр. Вот такие вот составы представлены у нас сегодня на данную встречу. Обслужит эту интереснейшую, на мой взгляд, игру главный судья Линковский Вадим и его помощники. Бакулин Данила, Завьялов Александр и Апанович Кирилл. Да, конечно же, это уже вторая дуэль этих команд за последние несколько дней. Буквально позавчера сыграли они. К сожалению, наша сборная Беларуси проиграла со счетом 1-3. Но я думаю, что сегодня команда Юревича Александра готова и способна взять реванш. Конечно, составы далеко не те, которые были представлены на первой встрече, но я думаю, что есть смысл посмотреть за этой увлекательной встречей. Ну что ж, прозвучал стартовый свисток, и вот уже в атаке хозяева поля.
Я уверен, что сегодня будет интенсивный и быстрый футбол, поскольку и первый матч, и этот показал, что команды физически готовы на 100%, полностью кондиции у них хорошие. И сейчас вот Расулов будет вводить мяч в игру. Быстро попытались атаковать белорусы. Конечно, вот по исходу первой встречи можно судить, что россияне, ну, действительно, слишком серьезный соперник, и даже по мировому масштабу, мирового уровня данная команда способна бороться за высокие места в рейтингах. Игроки тоже представлены высокого класса. Тут стоит отметить даже комментарии многих экспертов после первой встречи, что достаточно уверенно сыграла сборная России. И, на мой взгляд, также, ну, практически ничем не уступая, хотя, видимо, счет на табло, играла и сборная Беларуси. Ананев обратно отдает Расулову. Ну, пока вот... Похоже, что россияне ищут, попытаются нащупать свою какую-то игру, вытянуть чуть-чуть вперед наших игроков. Дерников в центр. Майоров на левый фланг. Хорошо сейчас по левому флангу могла развиваться атака сборной России, но... В принципе, все закончилось для нас хорошо. И, может быть, перспективная контратака, но нет, здесь справляется на своей позиции Майоров. Ну и вот теперь мяч у сборной Беларуси. Да, конечно, есть болельщики на стадионе. Сегодня достаточно многолюдно. И даже погода, слава богу, позволяет... Играют в хороший, качественный футбол. Тоже не может это не сказаться на сегодняшнем результате, я уверен. Скаловский обратно. Здесь Федорович. Баранок. Довнер с мячом. Ну, так пока, как бы, опасаясь, действуют команды. Конечно, да, заряжены. И что здесь? Успевает отлично. Здесь Симоненко. И нарушает правила. Седьмой номер сборной России, Ведерников. И тут как тут уже у мяча Мельниченко по 23-м номером. Будет он грузить штрафную. Не уверен я, что с этой позиции будет пробивать игрок. Но, однако, все возможно, все может быть. Посмотрим, как сейчас справится с этой атакой сборная России. Идет подача, и Расулов уверенно на выходе играет. Практически без какого-либо высокого прыжка он этот мяч забирает в свои руки. А здесь ошибка. Торопятся россияне, и есть вот этот вот брак. Главное, белорусам эту тоже привычку не позаимствовать у наших соседей. Довнер. Федоровича. Федорович. Вот Соколовский и Федорович вот как-то пытаются что-то придумать через левый фланг. Пока, опять же, стоит заметить, через центр команды вот за первые эти 5 минут не проходили. И хорошая здесь может получиться атака. Но покидает мяч пределы поля. Мельниченко пытался даже не удар нанести, а скорее адресовать мяч партнерам. Разыгрывают мяч игроки сборной России. И снова потеря. Вот буквально минут назад видели мы подобный эпизод на противоположном фланге. Пока только вот как-то защитники задействованы в атаках.
по флангам. Здесь можно побороться. Соколовский с мячом. Не получается загрузить у него в штрафную. Симоненко. Ну, тут без проблем. Снова Расулов. Нет таких вот опасных эпизодов. Есть более такое видное желание, что ли, поскорее забить, как-то придумать какое-то хитрое действие. Но, опять же, футбол вот именно в этом возрасте почему хороший, почему за ним интересно наблюдать, потому что он настолько непредсказуем, настолько активен, что я уверен, будет нам еще по ходу встречи на что посмотреть. Продвигается через центр атака сборной Беларуси. Здесь неточная передача, и мяч уже переходит нашим оппонентам. Расулов. Через правый фланг пытались атаковать сейчас россияне, но хорошо в отборе Симоненко действует. Ведерников будет вводить мяч в игру. Ну и слышим мы сразу же, как подсказывает Первушин Денис своим подопечным, как нужно действовать. Это подарок. Акимов хорошую передачу делает на капитана команды Хорина. Хорин на правом фланге, но мяч теряет он. И владение сборной Беларуси. Сейчас мяч переходит. Соколовский. Ах, потеря. И нельзя, да, сейчас вот так вот коридор седьмому номеру сборной России Ведерникову. Могут нас россияне за это наказать. Ведерников с мячом. И открыться нужно, конечно. Предложить себя Ведерникову некому отдать даже. Майоров. Через левый фланг сейчас будет пытаться сборная России атаковать. Вот в начале встречи у них похожая атака была. И сейчас дело доходит до первого углового удара у ворот сборной Беларуси. Да, стандарты, конечно, это очень важно в современном футболе. И видим мы не только по международным турнирам, но и по клубным, что порой стандарты, единственный стандарт даже в матче решает. И вот подача хорошая, но там не было никого из игроков сборной России на мяче. И теперь Никита Довнар. Быстренько вводит мяч в игру, но делает замечание Луковский Вадим. И вот только сейчас мяч в игру разрешил вести главный судья, но ошибся Довна. Ведерников ищет партнеров. Ну и снова очередной угловой у нас Станислав Левич. Сразу в штрафную вбегает, видим мы. Ну, вообще, в принципе, все высокорослые игроки. Обращаю внимание, что у сборной России их достаточно. Входит в нашу штрафную. Ну и, в принципе, игроки из нашей сборной тоже не настолько... Маленького роста, идет подача. Ух, никто до мяча не дотянулся, но было опасно. А здесь даже удар последовал, но был он заблокирован. Ведерников, тут Акимов. Акимов, прострел. И удар залетает, мяч в сетку ворот. Вот это гол на 11-й минуте. Сборная России открывает счет.
Хорин, капитан команды, забивает этот мяч. Так быстро. Посмотрите, как здесь грамотно все делают россияне. Сысоев Хорину мяч этот адресовал. Ну и там только забивать оставалось Хорину. Ну что ж, я думаю, тем интереснее будет эта встреча проходить, поскольку подраскроется сейчас игра. Да хотя она и была раскрыта, но тут уже будет не только сильное желание, но и еще счет на табло, который будет подгонять ребят. Довнар. Высоко и далеко. Хорошо. Там на правом фланге Тарналицкий. Пас вперед. Ну, Чернявский мяч этот потерял. И сборная России будет вводить мяч в игру из-за боковой. Ну, вот такое вот трио на правом фланге нашей сборной. Ровов, Чернявский, Тарналицкий. Ну, пока они как-то не могут грамотно повзаимодействовать там, чтобы начать перспективную атаку, но даже, я бы сказал, больше выйти из-под прессинга в первую очередь. Потому что как раз-таки вот правый фланг нашей сборной уступает левому сборной России. И все совершенно наоборот. Расулов здесь с Ананьевым перепасовочка. И вот снова атака через левый фланг. Как будто бы нащупали слабое местечко игроки сборной России. И здесь снова, посмотрите, какая хорошая атака. Положение вне игры фиксирует помощник судьи. Быстрый розыгрыш. Ух, какой подкат. И как филигранно просто игрок сборной Беларуси ушел в столкновение. Подсказывает снова, вот очень много Первушин Денис подсказывает своим подопечным, что нужно делать. И даже, как бы вот так вот чуть-чуть подслушая, можно сказать, успокаивает он своих подопечных, чуть-чуть более сбалансированную и ровную игру хочет придать своей команде. Лизерников потерял мяч. Ну вот боюсь я, чтобы не подрасклеилась наша сборная после такого пропущенного, обидного на самом деле, мяча. Нет какого-то грамотного даже вот баланса. Особенно вот в защите. Не успевает порой вернуться на свои позиции игроки сборной Беларуси. И хороший прострел. Ну там, благо, успевают наши защитники первыми добраться до мяча. Ну и что здесь? Должен успеть. Успевает девятый номер, девятень. И это угловой. Это угловой. Идет подавать его 23-й номер. Мельниченко. Хорошо сейчас мячом. Подача на дальний фланг. Но там Жуков хорошо справляется со своей позицией.
Поднимается ветер, видим мы. Солнышко тоже пропало, а здесь 23 номер Мельниченко. Как хорош штрафной, обыгрыш и... Ну, браво, Мельниченко все сделал. Казалось бы, уже клади мяч в ворота. Повтор, вот смотрите. Ах, как хорош Мельниченко-то, а. Соколовский будет вводить мяч в игру из-за боковой. Мельниченко. Ну, чуть ошибся. 23 номер. Сборная Беларуси. И вот сейчас Федорович мяч этот сохранил. Баранок. Федорович. А, ну вот видно, что есть такая прям налаженность действий или сыгранность у сборной России, особенно по последние вот 5 минут показывают это, что команда грамотно играет. Скорее всего, вот эти вот подсказки Первушина, какие-то указания четко соблюдают россияне. Дисциплина в команде, конечно же, это очень-очень большого стоит. В первую очередь заслуга тренера. Корнеев! Ух, как все сделал Корнеев, а? Только до мяча никто не добрался, к сожалению. Ананев тут непонятно сейчас сделал действие. Довнар будет вводить мяч в игру. Высоко и далеко. Вот главное сейчас, что было сделать Довнару. И тут же потеря. Ну вот как-то теряется сборная Беларуси в центре пока что, на мой взгляд. Один даже... Майоров Максим, шестой номер сборной России, грамотно и умело разбивает в центре все наши перспективные атаки. И хорошо сейчас тут Звятень действует. Нет свистка, только сейчас звучит он. Мельниченко. Мельниченко у мяча. И дальний удар. Заблокирован он. Ну вот, торопит, торопит. Слышим даже мы и Юревича, который подсказывает нашим игрокам. Он тоже не остается без дела. И его помощники... Говорят, что нужно делать, чуть-чуть быстрее в каких-то моментах пошевелиться, дабы использовать свои возможности, которые россияне дают, поскольку есть моменты, видим мы, что такие проплешины во многих атаках видны. А здесь игрок из сборной Беларуси на газоне, и сборной России, да, там было столкновение, не совсем удачное, но встает Акимов. А вот, к сожалению, футболист нашей сборной все еще не может прийти в себя. Отзывается медперсонал. Ну вот это вот микропауза маленькая, которая, я надеюсь... даст сил игрокам, но и в первую очередь поможет
восстановиться и не получить травму нашему игроку, игроку нашей сборной, поскольку, конечно же, не хотелось бы, чтобы вот так вот по итогу 20 минут уже была у нас первая замена, да и вообще, в принципе, не хотелось бы, чтобы игроки получали травмы, поскольку это всегда очень серьезно, особенно в возрасте, когда ты только-только набираешь ход, набираешь какие-то кондиции и становишься более таким профессиональным игроком. И вот пытались россияне атаковать через левый фланг, там потеряли мяч. И мяч уже в владении сборной Беларуси. Есть прессинг со стороны россиян. Достаточно неплохой, причем позиционный. И я думаю, что неспроста. Неспроста они так действуют, поскольку даже если сравнивать с первым матчем, есть кое-какие изменения. Ну, знаете, что хочется вот отдать должное за что и игрокам сборной России, и игрокам нашей сборной, что не боятся парни идти в стыки, проявляют себя. Борьба идет до последнего, и это, ну, просто заглядение. Просто заглядение, когда игроки сборной играют вот так вот самоотверженно на полную. Сысоев, что творит Сысоев, а? Одного, второго накручивает. И таким образом это приводит к угловому. Угловому очередному у ворот сборной Беларуси. Посмотрим сейчас, как будут действовать подопечные Юревича Александра. Возможно, мы видим какую-нибудь перспективную контратаку, как бы нам всем хотелось. Но и нужно забывать, что это сборная России, поэтому здесь идет подача, опасно. И не подстраивается сейчас под удар шестой номер, Майоров Максим. Быстрый ввод мяча от Довнера. И потеря мяча сборной России. Ну вот, сейчас заканчивается у нас практически 24-я минута матча. А если сравнивать касательно прессинга, да, то вот кажется, как будто бы у сборной Беларуси чуть-чуть, ну, не хватает либо сил, либо какой гол! Какой гол, вы посмотрите! Десятка сборной России на 24-й минуте. Корнеев Артем делает счет 2-0-2. Браво, Корнеев. Удар из-под тишка, но это ошибка, на мой взгляд, вратарская тоже есть. Конечно, ближний угол. Ну, как выцелил-то, а? Ну, профи, профи. Я в любом случае просто даю должное то тому, что он носит майку с 10 номером и уже заслуженно. По крайней мере, даже по этому эпизоду. Да, Артем, в принципе, кстати, сам по себе достаточно такой игрок разноплановый, разносторонний. Опять же, многие комментаторы и эксперты матчей прогнозируют Артему большое будущее. В принципе, как и многим игрокам сборной России, поскольку новое поколение достаточно высоко таких профессиональных, что ли, и хороших качеств имеет эта сборная. Хорошо сейчас справляются наши игроки. Треугольничек классный был. Ну, я надеюсь, что сейчас они раскроют свой полный потенциал.
Отлично, отлично. Мельниченко. Мельниченко прихватывает его за майку. Да, есть нарушение, фиксирует Вадим Линковский. На вот эта позиция уже хорошая. Можно и пробить, можно и разыграть. Ну, в принципе, вариантов-то масса. Мельниченко с мячом и тут же Мялковский, капитан команды. Но нет, все-таки один Мельниченко остается. Выстраивает сборная России стенку из трех игроков. И тут же Расулов подсказывает своим партнерам по команде, где и как расположиться. Ну что ж, Мельниченко, стенка и Расулов. Идет подача на дальнюю штангу. Там Расулов просто очень классно действует. А здесь желтая карточка восьмому номеру сборной Беларуси. Симоненко ее зарабатывает. Не дал он Расулову ввести мяч. Ну что ж, кстати, первая желтая в матче. Я думаю, что даже вот в таком интересном и в таком активном это успех, что она на 27-й минуте только. Ну вот уже россияне начинают проявлять свои действия более даже не в командной игре, а индивидуальных. Индивидуальное мастерство проявляют игроки. Мельниченко. Хорош Мельниченко. Пас центр. Ну, потеря там, потеря от Рогова. И вот тут вот может получиться хорошая контратака у сборной России. Браво сейчас Довнер. Вовремя вышел из ворот. Мяч, правда, не удалось зафиксировать. Сысоев тут, да? Мог увеличивать счет. Но, благо, все хорошо закончилось для сборной Беларусь. Везерников. Высоко. Сысоев. Корнеев. Здесь ошибается Корнеев. Снова Мельниченко. Ну, хорош. Хорош 23-й номер. По крайней мере, вот у сборной Беларуси он один из лучших в первом тайме. Вбивает мяч в аут Жуков Максим. И тем самым наша сборная будет водить его из-за боковой. Тень. Хорошо, можно что-то придумать, накрутить, обвертеть, но много игроков было против нашего Мялковского. Не сильно заметен пока что капитан команды нашей сборной. Быстрый ввод мяча в игру. Довнер ищет партнеров. Нужно подсказывать нашим игрокам, что за спинами находятся оппоненты, поскольку так можно и привести себе третий мяч запросто, звучит свисток. Там было нарушение. Симоненко. Симоненко, ну, практически получилось. У него... Мельниченко, какой отбор! Браво, 23-й номер. Ну, там же и потеря была, но... Хорош. А здесь успевает под мяч Сидорович, и мяч сохраняет Соколовский. Хорошо, хорошо действуют пока белорусы. К воротам чуть поближе, нужно поактивнее, и тогда, я думаю, что-то может и получиться.
аккуратно сейчас Шубин здесь действует. Ну вот при переходе в атаку явно видно, что играет в три защитника сборной России. И быстро перестраивается в обороне. Отлично, хорошо, сейчас может получиться и забивать нужно пытаться нашим игрокам. И удар выше ворот, мяч летит. Симонин как-то подрастроился, я не знаю. Ну, странное решение от восьмого... От восьмерочки нашей сборной. Вроде бы и девятень там все сделал. С пяткой успел догнать мяч. Ну, а тем временем полчаса уже матч-то сыграно. Скорости не скажу, что сильно прям снизились в матче. Но, однако, чуть более... со свежей, что ли, головой, скажем так, начали играть команды. Меньше брака стало, больше обдуманных действий, особенно вот со стороны сборной России, это видно. Идет такая перепасовка у россиян. Да, звучит свисток, там мяч еще покинул пределы поля. И нужно белорусам попытаться как-то грамотно ввести мяч в игру, дабы не потерять его около своей штрафной. Да, говорит Вадим Ленковский игроку нашей сборной, что слишком много шагов он сделал для того, чтобы ввести мяч в игру. Здесь ошибка. И россияне уже с мячом и за боковой будут его вводить. Да, пока как-то затормозилась игра на противоположном от нас фланге. Но я не думаю, что это надолго. Знаете, это такая бывает пауза или затишье перед бурей. И здесь хорошо могло получиться. Чуть-чуть не хватило капитану команды для того, чтобы развить эту атаку. Россияне, вот смотрите, как плотно атакуют, да, и приходится нашим игрокам, игрокам нашей сборной защищаться большими силами против оппонентов. Ну, а в первую очередь, да, я хочу отметить, насколько при атаке хорошо россияне действуют и открываются. То есть вот как только они мяч получили, сразу есть движение, есть ход вперед в сторону наших ворот. И это, конечно же, сразу огромный плюс. В тот момент, когда наши игроки, игроки нашей сборной еще смотрят по сторонам и пытаются где-то найти глазами партнеров. Довнар показывает, что не будет близко разыгрывать мяч. Отправляет всех своих партнеров повыше. Симоненко. Не получилось обыграть Симоненко Майорову. Тарналицкий. Хорош 14 номер. Показывает судья, можно продолжать играть. Тарналицкий. Пас нужно делать Тарналицкому. Ух, запоздал. Ну что здесь, Мельниченко. Мельниченко идет в обыгрыш. Хорош. Удар Мельниченко. И не докрутил чуть-чуть. Ах ты. Смотри, или там все-таки вратарь. Расулов. Да, угловой. Ты посмотри, это Расулов вытянул.
Мельниченко. Ах, какой обыгрыш. Ты посмотри, Мельниченко. Ну, мастер. Мастер 23 номер. Сам сделал, сам пошел подавать. Ну, а что у нас? Здесь, возможно, разыграют угловой. Возможно, что-то придумают. Я думаю, какая-то заготовка должна быть у подопечных Юревича. Идет подача. Высокая, хорошая. И снова на выходе Расулов. Снова на выходе Расулов. Как-то так спокойно он выходит. Без какой-то опаски. А что россияне? Россияне сейчас спешить не будут, конечно же. Поскольку есть преимущество комфортное в два мяча уйти в раздевалку с перевесом данным. Будет совершенно неплохо. Или даже сейчас попытаться его приумножить. Ну что здесь? Ух, браво, Довнар. А ты посмотри, как отразил просто наш голкипер удар Корнеева. Браво, Довнар, браво. Спасибо тебе. И хороший удар сейчас Симоненко наносил. Вот это обменялись, а? Голкиперы, ты посмотри, молодцы. Молодцы, что Расулов, что Довнар свои эпизоды сделали. Ну и сейчас отмечу удар Симоненко. Неожиданно, резко. И даже, я сказал, в какой-то степени приятно видеть, что есть такие удары. Странно, почему мы увидели этот удар только на 36-й минуте, спустя столько времени. Ведь не зря говорят, что без ударов не бывает голов. Ну, я думаю, что здесь что-то Юревич в перерыве, если так все-таки первый тайм закончится, приятного мало скажет нашим игрокам. Удар. Ну, а это момент. Это момент, и мне кажется, что да, там нога нашего футболиста была задействовано. Посмотрите, как Корнеев, а? В упор просто пробивал Довнера. И вот, ответочка сборной Беларуси. Да, хорошо, хорошо положил мяч Симоненко, а? Идет подача от Ведерникова. Мельниченко. Там добраться до мяча нужно. Рогов, Рогов прессингует, Рогов, там Мельниченко не на своем фланге. Попадает мяч в руку. Ну, хорошо, что это еще не в штрафной было. А, кстати, вот этот стандартик будет опасным. Будет опасным. Вот сейчас вот видим мы. 10 игроков сборной России. Причем пятеро сразу в нашей штрафной. Идет подача. Как хорош. Сейчас Хорин, но не забивает он. Но опять мяч построился в любом случае. Оторвался Хорин от нашей восьмерки. Симоненко это был, уступил ему борьбу. Федорович обратно адресует на Довнара. И Довнар высоко. Покидает мяч пределы поля. Налицкий. Пас в центр. Через левый фланг атакует сборная Беларуси. Соколовский. Идет подача. Там она заблокирована была. Не прям, чтобы высокий прессинг в исполнении нашей сборной. И россияне потихоньку выходят из обороны.
Корнеев набирает ход. Корнеев, ну это слишком было, на мой взгляд, уже. Так вот, давать игроку соперника проходить. Идет у нас последняя пятиминутка первого тайма. Счет на табло 0-2. И каких-то радужных перспектив для сборной Беларуси пока лично я не увидел. Есть свисток. Быстро разыграли игроки сборной этот мяч. Кстати, вот опять же стоит отметить, что достаточно много игроков в запасе нашей сборной, да и у игроков на скамейке запасных России тоже хватает. Я думаю, увидим мы замен много. Здесь момент какой был, и снова делает все Мельниченко для своих партнеров. Не забивают белорусы, а? Соколовский. Здорович, центр. Ну, чуть уже, да, накушались. Подустали игроки нашей сборной. Да, и видно даже по россиянам, что они тоже уже как-то не так активно бегают. Идет пока такое удержание мяча россиянами. Перевод на левый фланг. Жуков не успел за мячом. Мяч покинул его пределы поля. И Доунер показывает, что да, давайте-ка, ребята, повыше туда. Есть еще время, дабы отыграть один мяч, как минимум, в этом тайме. Ах, не прошла передача по правому флангу на Тарналицкого. А здесь мог, казалось бы, доставать мяч, но слишком быстро двигался. Это, как его называют, круглый шар. А вот тут вот опасно как. На одном дыхании просто, затаив дыхание, я смотрел за этим эпизодом, друзья. Довнор тоже как бы на выходе сыграл, но не совсем уверенно. И вот залети мяч в ворота, быть в беде. Ну что ж, тем временем пошла последняя минута первого тайма. Да, и просит Первушин Денис своих подопечных играть чуть-чуть плотнее. Слишком большие разрывы между игроками. Снова атака через левый фланг. Ты посмотри, как его активно задействуют россияне. Ух, а тут чуть-чуть, да, с передачи ошибочка вышла. Ну и что, у нас убежим в контратаку перспективную? Получится что-то придумать. Ну вот, тут чуть-чуть не хватает. И браво, Станиславлевич. Вбивает он мяч за пределы поля. Тарналицкий в центре. Соколовский. Не получилось загрузить.
И звучит свисток об окончании первого тайма матча сборной Беларуси и сборной России. Давайте перейдемся на 15-минутный перерыв, после чего вернемся и продолжим наблюдать за этой интереснейшей встречей.
команде России. Вместо игрока под номером 7 Герникова Егора на поле вышел игрок под номером 21 Вадим Пастушков. Вместо игрока под номером 2 Егора Ананьева. Ну что ж, друзья, врываемся мы во второй тайм матча сборной Беларуси до 17 и сборной России до 17 лет. Счет на табло у нас 0-2 по истечению первого тайма. Именно таким он был и на данный момент остается. И сразу давайте я приступлю к составам команд. В воротах наших гостей. Номер первый – Расулов. Второй – Наньев. Третий – Станиславлевич. Четвертый – Шубин. Пятый – Жуков. Шестой – Майоров. Седьмой – Ведерников. Восьмой – Хорень. Девятый – Сысоев. Десятый – Корнеев. Одиннадцатый – Акимов. Главный тренер – Первушин Денис. Да, быстро сейчас, как будто бы не уходили мы с вами на перерыв. Развиваются события. Тем самым есть и у нас в составе замены. Ну и давайте сразу тогда про составы команд. В воротах 12 номер Довнер Никита, 3 Федорович Федор, 6 Баранок Захар, 7 Мялковский Руслан, капитан команды, 8 Симоненко Тимофей, 9 Девятень Артем, 14 Тарналицкий Константин, 22-й Шевченко Павел, 25-й Красиков Марат, 21-й Соколовский Матвей и 24-й Чернявский Василий. Будем сейчас мы, да, разбираться по составам, потому что прямо сейчас видим мы, что показывает помощник судьи о том, что были замены в перерыве. Кстати, судейская бригада в следующих у нас судьях представлена. Главный судья Линковский Вадим, его помощники Бакулин Данила, Завьялов Александр и Апанович Кирилл. Да, кстати, очень активно был первым тайм у нас. И можно сказать, что достаточно большое количество моментов мы с вами увидели. И, кстати, вот Хорин, капитан команды, на 11-й минуте открыл счет, а на 24-й Корнеев точным ударом нижним сделал счет 0-2. Ну, видим мы, что достаточно много замен произошло в составе сборных. Идет подача. Станиславич, 18 номер, будет вводить мяч в игру. Звучит свисток, там, да, кому-то будет оказывать помощь, скорее всего, даже не совсем видно на картинке, но это игрок нашей сборной. Да, и готовит Первушин очередную замену. Хорошо здесь Девятень, но упустил он мяч. Чуть-чуть перебежал даже больше, скажем так. Пастушков, хорошо по левому флангу Пастушков действует. Пастушков одного обыграл. Отдал в центр. Как россияне действуют, ухо моментище. Через левый фланг теперь атака сборной Беларуси будет начинаться. Сильная передача, Расулов на месте. Показал в первом тайме голкипер сборной России, что
по праву он носит первый номер. Расулов, было пару моментов, где выручал игрок свою команду. И, в принципе, вот я отметил для себя лично, очень уверенно играет Расулов при стандартах. Достаточно слаженно с командой дополнительно тоже. И выстраивает грамотно стенку. Поэтому, в принципе, как бы для голкипера показатели вообще, в принципе, в норме у этого игрока. Жуков в центр, но ошибается с передачей. Чернявский. Отдает вперед Чернявский. Девятень. Обратно. Чернявский должен успеть за мячом. Хорошо, Чернявский. И что, угловой будет? Нет, будет мяч всего лишь водиться из-за боковой. А тут замена у нас. Выходит Тихомиров. А покидает поле третий номер Станиславлевич Алекса. Есть нарушение. И вот тут вот на поступах штрафной. Вот бы придумать бы какую-нибудь такую, этакую закорючку бы, а, нашей сборной. Хотелось бы распечатать ворота Расулова. Очень хотелось бы. Кстати, в первом матче Бесаев был в воротах сборной России. И пропустил он мяч один. Поэтому пока что Расулов эту дуэль выигрывает. Но, как говорится, еще не вечер. Мельниченко у мяча. Мельниченко хорошо здесь. И удар по воротам. Ну, на месте Расулов. Замешкали чуть-чуть игроки. Но было интересно, было интересно. Ну и вот сейчас вот так вот постепенно, плавно. Наверное, так же начинался и первый тайм. Сборная наша атаковала первые 5 минут очень-очень даже так достойно. Россияне были в таком замешательстве, потом пришли в себя. И вот сейчас тоже, но уже даже чуть больше по времени наша сборная хорошо держится. Ух, как хорош сейчас Пастушков тут на левом фланге. Что он делает, а? Пастушков, какой прострел. И мяч уходит на угловой. Пастушков там у мяча. Сейчас будет выполнять он угловой. Идет подача на дальнюю. Выигрывают борьбу наши защитники. Заблокирован мяч 2 раза подряд. Здесь ошибка. Нельзя, нельзя там отпускать соперника. Ну и только таким образом получается его остановить. Ценой фола и стандартного положения. Опасного, причем стандартного положения. Ну что? Много игроков соперника в нашей штрафной. Идет подача. И здесь все в порядке. Выше ворот мяч летит. Ну вот так вот, такой какой-то активный. Последние 2 минуты сборная России атакует. Настолько быстрый футбол, что не успеваешь порой следить. А здесь, да, есть нарушение на Мельниченко. Головой,
Ну и вот сейчас наша сборная пытается что-то придумать. Но, опять же, горизонтальным футболом ты сильно ничего не придумаешь. Кидают мяч в пределы поля. Ну, Перушин не успокаивается, не успокаивается главный тренер сборной России. Вот постоянно в первом тайме он давал подсказки и сейчас. То есть, ну, привыкли мы обычно такое видеть где-то в волейболе, возможно, в баскетболе, да, где ближе площадка, маленькие размеры, а здесь... Все время. Насколько крепкий и хороший голос у главного тренера сборной России по футболу. Жуков отдает обратно. Там Тихомиров на правый фланг. Майоров. Идет высокая подача. Штрафную. И смотрите, как Акимов цепляется за мяч. Цепляется за мяч Акимов, а там Кендыш таким коршуном на нем повис. Алимов. Отобранялись и даже в свою пользу. Мяч остается в владении сборной Беларуси. Да, как-то поактивнее нужно действовать, дабы отыграть мяч и почувствовать, что можно забивать, можно играть с россиянами, пока не получается у нас что-то впереди придумать. Вот это вот обидно. Алимов. Зарабатывают аут в свою пользу россияне, и Жуков будет вводить мяч из-за боковой. Жуков не точно совершенно. И Довнар быстро мяч вводит в игру. Да, и нужно спешить белорусам, конечно же, дабы... Пока еще россияне не успели вернуться. Но опять же, у нас много замен было, и, конечно же, игроки свежи. Поэтому и видим мы такой быстрый футбол, скоростной. Опять же, присутствует достаточно много болельщиков. Не только нашей сборной, но и сборной России. Потихоньку и плавно, вот так вот как-то белорусы пытаются ввести мяч в игру из-за боковой. Вот здесь хорошо, Мельниченко, цепляться нужно Мельниченко, и там нет нарушения. Есть замена. Появится у нас на поле Люкевич и появится на поле Денисенко. Мялковский покидает поле. И Девятень покидает поле. Ну что, вот уже интереснее атака наша усилилась. Посмотрим. Тут будет, конечно же, повеселее уже игра. Ну, в любом случае, мне бы так хотелось. Россияне потихоньку выбираются.
в атаку. Здесь под серией можно, можно пытаться приумножить свой успех. Удар! Как хорош сейчас! Как хорош! Симоненко, а? Вот это удар. Ну и там Расулову, конечно, отдаем должное. Голкипер справился на 200% своей работой. Розыгрыш углового. Бить нужно. И удар по воротам. Мимо летит мяч. Красиков Марат пробивал. Ну, вот так вот, постепенно, постепенно видим мы, как россияне снова пытаются этот темп игры сделать пониже, навязать свою игру нашей сборной. Но сейчас уже более так существенно, конечно же, выглядят футболисты здесь. Ну, чуть-чуть не хватает для того, чтобы Чернявский тот мяч достал. Поторапливает, поторапливает. Уже слышно и Юревича тоже. Говорит он своим подопечным, что нужно играть чуть быстрее, а здесь такая ошибка могла привести к печальным последствиям. Вот, разгоняет, разгоняет уже атаку. Сборная Беларуси через центр. Тут на левый фланг идет передача. Расулов выходит. Тут как-то самоотверженно, что ли. Играет Расулов очень уверенно. Я не совсем понимаю. Но, опять же, возможно, это какая-то установка тренера. А возможно и нет. Мало ударов. Мало ударов мы видим из-за пределов штрафной. Хотя и россияне, и белорусы спокойно могут это делать. Есть у нас исполнители. Тот же Мельниченко, тот же Симоненко на поле. Побольше ударов хотелось бы, побольше. Раз не получается этот мяч прям внести в ворота, давайте попробуем бить. Кстати, и россиян тоже это касается. Но у россиян чуть другая ситуация. Они уже два мяча забили. Кстати, вот один из этих мячей так и прилетел. Ух, какая активная замена. А, появится на поле Ивлев у россиян. Чебураков и Волков. Топинка, кстати, под 18 номером тоже на поле появляется. А, покидает поле Сысоев, Жуков. Майоров. Ну что ж, да, пока еще Ивлев не вышел на поле. Но только сейчас он появляется. Хорошо, сейчас вот можно, можно там чуть-чуть на левом фланге сборной Беларуси это прибавить. Есть проплешины и пробелы в обороне сборной России. Вот сейчас вот будет вводить Славич в игру мяч. Быстро.
Николаев. Николаев в поиске партнеров, но больше игроков в белых футболках, нежели в красных. Хорошая скидка. Ну и здесь нужно решать. Ух, опасно было. Угловой зарабатывает Денисенко. Николаев будет выполнять эту подачу. Идет навес на дальнюю. Хороший сброс. И здесь нужно решать. Николаев, ах, подскользнулся игрок 17-й сборной. Мяч держит. Вы посмотрите, как. Ах, как хорош Николаев-то. Но оттеснили его вдвоем игроки сборной России. Звучит свисток. Там, да, там, ну, опасно, опасно играл. 18 номер сборной России. Топинка. Владимир Линковский обслуживает эту игру. И, конечно же, можно отметить, что пока судья на сегодня справляется без каких-либо проблем. Да, было пару вопросов, но там помощники его быстро помогли. Кендер с мячом. Идет подача. Ну так вот, хорошо за спиной партнерам. Кендер забросил. Ну и здесь главное не потерять мяч. Ух, как интересно. Интересно действует 24-й номер. Подкатил мяч, сохранил, но не получилось там обыграть соперников. Николаев. Николаев. Одного, второго. Николаев в сторону уходит. Там потеря, и снова Расулов с мячом. На индивидуальном мастерстве, ну, можно сделать момент, можно сделать два, но постоянно ты не сможешь что-то делать. Футбол все-таки игра командная, даже если ты Лео Месси. Через левый фланг пытаются атаковать россияне. Волков вперед. Пастушков. Пастушков прострел низом. Как опасно. Не спешить. Вот здесь вот. Хорошо играл 17 номер, но ошибся. Никто ему не подсказал. Пастушков с мячом. Идет подача. Пробивал сейчас и Ивлев. Но выше ворот мяч полетел. Повернитесь, повернитесь. Чих, чих. Лево. Ну, повернитесь. Вот игрок. Расставьтесь. Так. 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 На пузе. Замена у нас. Бихаревич на поле появился. И покинул его Чернявский. Да, да, вот, слышно от Юревича Александра подсказки, что давайте, ребят, еще 20 минут играть, а мы проигрываем с вами. Ошибка. Пастушков здесь налево. Чебураков.
Волков ищет партнеров. Здесь ошибочка. И мяч у сборной Беларуси. Ну, возможно, не нужно так вот прям настолько развивать. Хотя, если вот так вот получаются такие проходочки делать, то почему бы и нет? Люкевич. Где помощники Люкевичу? Где помощники? Один совершенно в поле не воин. Станиславич. Ах, и не доходит передача. Мяч покидает пределы поля. Аут в пользу сборной России. Волков будет вводить мяч в игру из-за боковой. Хорин. Пас на правый фланг. Волков. Пастушков. Волков. Хорошая комбинация. Волков-Пастушков. Волков сейчас обманывает сам себя, мне кажется. Не решился он на удар, хотя позиция была убойная, на мой взгляд. И да, бежать, бежать, бежать вперед нужно. Красиков за мячом не успевает, к сожалению. И снова мяч в владении сборной России. Волков на левом фланге, 17-й игрок сборной России, их не добирается до мяча. Ивлев. И удар отражает. Браво, браво, говорить рано пока что. Но вот уже, да, Довнар отразил удар Хорина. Даже это Топинка был, да, 18 номер. Топинка, конечно. Дают вот так вот играть сборная, игроки сборной Беларуси россиянам. Да, и конечно же, белорусам нужно выше играть, чуть-чуть поплотнее раскрываться. Мало раскрываются игроки сборной Беларуси. Мало взаимодействия, контакта, то есть нужно постоянно активничать. А вот сейчас не получается так. И есть брак. Есть брак в действиях, наверное, даже не больше из-за скорости, а больше не из-за совсем обдуманных каких-то моментов и поступков. На правом фланге мяч. Тропинка. Пас в центр. Как здесь смогли поставить двух сразу игроков сборной России? Белорусы-то, а? Мяч у Довнера. Но говорит он, что всячески надо подальше игрокам и партнерам подниматься выше. Проигрывает команда, поэтому нужно побыстрее отыгрывать мяч. А лучше сразу два. Ну и вот так вот. Мне кажется, что за последние минут пять очень много потерь в Беларуси. Очень много. Как у себя дома сейчас играют россияне.
Нужно попытаться было забирать мяч у руки, но не получилось это сделать у Довнера. И угловой удар будет у его ворот. Петя сзади, ты чуть-чуть ближе, подбор и все. Значит, какая-то заготовка будет явно от сборной России. Здесь перехитрил, наверное, игрок нашего оппонента. Да, двигать нужно мяч вперед. Хорошо, мяч во владении Беларуси. И опять потеря. Ну что ты будешь делать, а? Волков. Ну, левый фланг у россиян явно разрывает. И когда-то это должно привести к каким-то действиям. Постоянно через левый фланг идут подачи, идут прострелы. И как-то его закрыть нужно. Здесь у нас кто? Станиславич. Да, Станиславич у нас играет. Явно ему нужна помощь. Хорошо, хорошо. Симоненко, ну нужно пораньше. Передачу отдавать-то. Фалят на Бекаревича. Быстрый розыгрыш мяча. Не удалось развернуться. И уже атака россиян. Такая затяжная, на мой взгляд, уже полностью заняли позиции. Шубин. Волков. Идет подача. И снова дают бить. Чебураков пробивал на этот раз. Довнар. Возможно, сейчас будет дежавю, но снова высоко, снова далеко. Наверное, потеря. Да, мяч покидает пределы поля. В пользу сборной России. Волков. Чуть шире в обороне начали действовать россияне. И тем самым есть пространство. Пытаются все равно они как-то вытянуть наших игроков. Но я не скажу, что это получается сделать. Хотя лично мне, если не получается это сделать, то почему тогда, вот если просуждаю, то почему тогда в обороне, особенно в самой последней нашей линии, у нас всегда не хватает на игрока. Вот даже сейчас, посмотрите. То есть, ну, не успевают как-то вот в центре застревают игроки нашей сборной. Желтая карточка здесь. Конечно же, 100% эпизод. И пенальти. Пенальти. У мяча Чебураков. Довнар против него. Влево от вратаря. Или все-таки выше ворот. Но я думаю, что здесь гадать мы не будем, а просто посмотрим эпизод. Будем надеяться на лучший его исход. Лучший звисток. Удар, гол. Да, влево от вратаря пробивал Чебураков. И счет на 80-й минуте становится 0-3. Ну, хорошо исполнил. Грамотно. 19-й номер
Молодой, юный, посмотрите, какие ноги, а, футболиста. Для его возраста очень даже крепкие. Да, хорош, хорош Чебураков. Ну что, нашим не вешает нос, не вешает нос. 80-я минута идет. 10 минут еще играть, плюс добавленное время. Ну, на мой взгляд, попытаться хотя бы вот один мяч забить. Такой, который все вопросы бы даже закрыл. Главное, да, вот сейчас вот не поддаваться на эту агрессию, на эту панику, которая внутри царит и бушует. Потому что эмоции в футболе — это все. Идет подача. Ты как там интересно-то, а? Мог закончиться эпизод. Казалось бы, что уже Чебураков не достанет, и Домнер достанет до мяча. А тут раз и... Раз и так пожарить нельзя. Нельзя пожарить так нашим игрокам. Двигают мяч вперед. Здесь Пастушков. Хороший обыгрыш. Пастушков прострел. Но не доходит мяч до адресата. Какой проход сейчас делает, а? Восьмой номер Хорин. Хорин, кстати, мне чем-то, я не знаю, своей игрой... Посмотрим эпизод. Нет, все нормально. Хорин своей игрой вот чем-то восьмерка напоминает Тони Кросса. И даже голова, да, там вверху светлая. А, замена у нас, замена в составе сборной Беларуси. Жоров Иван на поле выходит, Симоненко покидает. Так вот, что касается, опять же, восьмого номера Хорина, капитана команды сборной России. Стоит отдать должное. Один из лучших в своем возрасте в составе этой команды. Не зря, кстати, носит он и капитанскую повязку. Идет подача, но не точная совершенно. И если есть силы, то нужно отдаваться полностью. Нужно отдаваться полностью и бежать вперед. Ну, как не точно, ну... Поспешил сейчас 19-й Бекаревич Денис. Тут не то, чтобы спешить, нужно более с головой играть. Да, не всегда футболистам этого возраста это легко делать, но в любом случае они вот уже практически профессионалы. Поэтому нужно, нужно, конечно же, более грамотно подходить к таким эпизодам. Ну что, пока выстраиваются игроки. Идет подача. Ну что, Расулов. На выходе Расулов хорош. И здесь какая передача. Какая передача, 19 номер. Тут это отражает Довнер, а. Да, Чебураков молодец. И здесь негодует Алимов Мурат, 20-й номер. Почему ему мяч Чебураков не адресовал? Но тоже тут надо принимать решение. И ты бросаешь, скажем, по-футбольному косово, дабы посмотреть, где твой партнер. Но это было все на скорости, поэтому не всегда это все видно, слышно. Особенно на уровне сборных, где постоянно ты с партнером не взаимодействуешь, а только на вызовах. Хорошо здесь. Алимов, вперед. И убегать нужно. Как поднимается Расулов высоко. А, играет, на мой взгляд, еще одного защитника. Даже Нойер в лучшие годы себе такого не позволял. А Расулов может. Да, нужно встречать, не бояться. Уже терять-то нечего.
игрокам сборной Беларуси. В любом случае, буквально через пару секунд начнется последняя пятиминутка матча. И нужно стремиться. Потерял из виду мяч Чебураков. Очистили сток. А это замена. Бардачев выходит на поле. Покидает его Шубин. А Бардачев, кстати, да, Матвей. Очень такая для белорусского футбола известная и знаменитая фамилия. Кстати, Бардачев тоже. Ух, какой момент! Какой моментище, а! Бардачев тоже играл с края. Так вот, смотрите, как пробивал. Далековато даже от ворот было, да? И Пастушков сумел пробить. Все-таки, если вот так вот матч закончится, да, и вот пока отдавать предпочтение кому-то из игроков, выбирать лучшего игрока матча, то я бы начал, наверное, выбирать лучшего игрока матча среди команд. А в сборной России, на мой взгляд, сегодня был лучшим Арсений Хорин, 8-й номер, капитан команды. Во-первых, открыл счет Хорин. Во-вторых, хорошо сыграл первый тайм и второй тайм. Много атак от него исходило, возвращался постоянно в оборону. В принципе, неплохо. А если же индивидуально вообще, в принципе, разбирать, то и Расулов, голкипер, да, можно отметить его. И тот же Корнеев с Акимовым. Вот. Во втором тайме, конечно, лучших нету Пастушкова. Пастушков, 21 номер. Несмотря даже на то, что Чебураков забил, Пастушков очень много пашет. Вот. Не всегда нужно, да, смотреть на тех, кто забивает, а еще на тех, кто много работает. Так вот, да, на мой взгляд, да, Хорин был лучше. Что же касается нашей сборной, ну, я здесь так пока разделяю мнение среди троих. Да, среди троих это Довнар, голкипер наш, несмотря на три пропущенных мяча. Восьмой номер Симоненко и, конечно же, Мельниченко Трофим. И пока, на мой взгляд, лучшим, пусть и не забил, был Мельниченко. Очень хорошо, очень классно он играл, особенно в первый тайм я смотрел с заглядением. Он, знаете, вот он очень мне напоминает, сейчас Мельниченко ушел из сборной Белоруссии, да, на скамейку запасных, конечно же, он ушел. И появился у сборной России Пастушков. Вот как будто бы вот, идентичные игроки. Здесь вот хорошо может сейчас получиться атака сборной России. Заблокирован мяч Чебураков. Гол. Но там положение вне игры не было. Нет, не было. Празднует. Ивлев этот мяч. 0-4 становится счет на 89-й минуте. Да. 0-4. Напомню, что первый матч закончился 1-3. Тут футбол. Тут футбол, тут он непредсказуем, это игра, поэтому расстраиваться точно не надо. Расстраиваться точно не надо. Соперник явно превосходит нас в классе. И играть с лучшими, это значит становиться лучше. Поэтому я уверен, что многие сделают выводы, исходя из этих нескольких встреч. После нас сразу будет встреча сборной Беларуси У-16 и сборной России У-16. Я рекомендую вам посмотреть этот матч, поскольку будет очень круто. Вот. Ну и, конечно же, напоминаю вам, что играет в Лиге наций наша сборная Беларуси. Вчера, к сожалению, проиграли мы словакам, но, опять же, 6
числа еще одна встреча. Я приглашаю вас поболеть в нашу фан-зону в Песочнице. Ну и, в принципе, смотреть трансляцию «Беларусь 5». Будет очень интересно. А пока давайте посмотрим этот матч. Вернемся. И угловой у нас. Будет подача. Уже не так много игроков сборной России. Идет навес. И вынос. Да, нужно включаться. Ну что, звучит свисток об окончании матча сборной Беларуси до 17 и сборной России до 17 лет. 0-4, такой счет на табло. С вами был я, Владислав Ранкевич. До встречи на белорусских полях.